Добрый день! Я рада видеть вас на своем канале «Вязание от Ангелины Озимок». Предлагаю вашему вниманию вот такую красивую салфетку среднего размера, небольшая, не маленькая, на новогодний подарочек. Конечно, я ее еще не успела прогладить, а только связала, но я думаю, что видно, она ажурная, она красивая, она достаточно нежная. Давайте посмотрим, как ее вязать. Вязать ее недолго, и красивый подарочек у нас будет готов. Ниточки у меня коко хлопок 240 метров в 50 грамм, крючок номер 2, схема у нас есть, вот она у вас перед глазами. Начинаем вязать первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 воздушных петель и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, получается второй ряд. 8 столбиков с двумя накидами, между ними 3 воздушные петли. То есть, что мы с вами делаем? Мы с вами замыкаем круг из 8 воздушных петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, замыкаем круг. И теперь наша задача связать 8, 1, 2, 3, 4, это у нас как бы столбик будет с двумя накидами. 1, 2, 3, это воздушные петли. И нам нужно сделать еще 7 столбиков с двумя накидами, и 3 воздушные петли между ними. Вот, у меня 2, нужно еще, всего у нас должно быть 5 столбиков, это будет наше начало нашей самой красивой салфетки. Вязываем первый ряд, присоединяемся и смотрим, что у нас дальше нам предлагает схема. Дальше мы вяжем, здесь у нас воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с двумя накидами, между ними одна воздушная петелька. Каким образом мы это делаем, да? Мы набираем опять 4, 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И вот в этом воздушном окошке, где у нас воздушная арочка, вяжем 5 столбиков, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков и 1 воздушная петля. Вот. Здесь, где столбик, мы ничего не вяжем, пропускаем, воздушную петлю связали. Вот. А здесь 5, вяжем опять 5 столбиков с двумя накидами. И в каждом окошечке мы также делаем. Вязали, соединили и смотрим дальше. 3 воздушные петли между столбиками и уже 1, 2, в центре 2 вяжем, добавляем 3, 4, 5, 6, 6 столбиков и между ними 3 воздушные петли. То есть вязание продолжается достаточно несложное. Также вяжем 4 петли подъема. И смотрите, получается, что мы 2 столбика вяжем, как они у нас есть, а по центру, из центрального столбика, мы вяжем 2. Вот такая небольшая разница нашего вязания. 1, и в это же место вкалывания еще один столбик с двумя накидами, да, мы делаем все. И между ними 3 воздушные петли. Не одна, как у нас с вами была, а 3 воздушные петельки. Делаем расширение нашей салфетки. 1, 2, 3. Вот. Все. И вот такой вот у нас будет клинышек. У нас будет 8 клиньев нашей салфетки. Вязываем наши столбики. И смотрим, что идет, что дальше. Да, у нас вот такая получается пока красота. Теперь надо вязать вот такие домики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 столбиков с двумя накидами мы объединяем в одном месте. Между ними мы вяжем, тут, скорее всего, столбик будет. Схема не очень корректная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 воздушных петель. И столбик с накидом. Давайте посмотрим, как это примерно будет, да? Здесь мы в любом случае с вами вяжем 2, 3, 4. Первый столбик мы вяжем, как он у нас есть. А уже все остальные будем вязать с общей вершиной. То есть мы также вяжем с вами столбик, также провязываем
накиды, просто не довязываем до конца. Вот. Два накида мы провязываем. Все 6 топиков у нас будут с одной вершины, как бы образовывая такой домик. Вот. Теперь смотрите, все вместе провязали. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас арочка, мы вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять объединяем наши столбики вот в такой домик. С одной вершины. У нас тут будет вот такой как бы лепесточек здесь. Заканчиваем наш цветочек. 8 воздушных петель мы провязали. И в самое начало мы вкалываем. Вот так должно получиться. Идем дальше. Теперь мы должны провязать там, где у нас воздушные петли, столбик с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петель. То есть вот такой очень простой рядочек у нас будет. Столбик с накидом и воздушные петли. А в следующем ряду, давайте, чтобы сразу, да, мы на всех воздушных петлях провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 столбиков с двумя накидами. То есть, смотрите, здесь мы с вами можем перейти на центр для того, чтобы... Либо здесь мы с вами сейчас, знаете, как сделаем. Мы провяжем с вами не 8, допустим, 4 воздушные петли. И в основании столбик с двумя накидами. И тогда мы с вами окажемся ровно по центру вязания, где должны быть. Вот. И здесь уже смотрите, что мы делаем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 3. Это у нас петли подъема. И еще 10 петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 накид. В каждую арочку мы с вами вот так вот будем вязать. Вот. И опять 10 воздушных петель, здесь столбик с накидом. 10 воздушных петель, столбик с накидом. 10 воздушных петель, столбик с накидом. А потом на вот этих воздушных петлях мы вяжем 12 столбиков с двумя накидами. Без, смотрите, без... Вот здесь вот воздушных петель у нас нет. Просто на воздушных петельках вяжем 12 столбиков с двумя накидами. Такое плотное вязание у нас будет. Обвязали все наши воздушные петли столбиками. 12 столбиков с двумя накидами. Присоединили. Смотрим дальше, что делать. Наша задача связать 1, 2, 3, 4 столбика. Между ними 3 воздушные петли. 4 столбика с двумя накидами. И здесь тоже 3 воздушные петли. То есть, что мы делаем? Давайте посмотрим. Первый столбик мы не вяжем, во второй, смотрите, мы переходим во второй. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Это у нас как бы с вами идет столбик. 3 воздушные петли. Это у нас идет переход. Пропускаем 2 столбика. И в третий вяжем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика. Так, угу. Тут я пропустила не 2, а 1. Думаю, что такое у меня получается. 1, 2. Так, еще разочек. Нужно, чтобы на 12 столбиках равномерно, да, у нас разошлись наши столбики. 4, 1, 2, 3. Так, если мы 2 пропускаем, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, и 1, 2, 3, 1, 2. Вот таким образом. Все. То есть вяжем просто-напросто столбики и 1, 2, 3 воздушные петли. Все, наша задача провязать по 4 столбика на каждом вот таком веерочке. Вот, 4 столбика. И потом у нас уже такое будет распределение, как бы интересное.
мы с вами будем делать 3 арочки из воздушных петель и столбиков, между ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 воздушных петель, потом просто столбики. Потом опять воздушные петли здесь, здесь воздушные петли и просто столбики. То есть уже такое вязание более будет интересное и простое. Пока наша задача связать вот этот ряд, 4 столбика, 3 воздушные петли. А потом уже посмотрим, как вот это все вяжется. Что делаем мы теперь? Теперь у нас будут ряды повторяться. Я вам покажу только количество. Я посчитала специально. У нас теперь, смотрите, будет какое вязание. С любого начинаем места, вот где у нас 3 воздушные петельки, вяжем столбик с одним накидом, 6 воздушных петель. Столбик с накидом, 6 воздушных петель. Столбик с накидом, 6 воздушных петель. Это у нас будет 1, 2, 3, 4 воздушные, 4 столбика и 3 арочки. А в следующем ряду у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. Опять 4, 5, 4, 5, 4, 5. То есть, да, небольшая разница. И воздушные петли. 12 воздушных петель, потом 12 столбиков. 14 воздушных петель, 14 столбиков, да? То есть, смотрите, что, каким образом все это должно у нас быть. Здесь мы можем с вами перейти на центр, как вот показано на схеме, и начинать с этого центра. 1, 2, 3. Это у нас столбик. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Здесь у нас идет столбик с накидом. 6 воздушных петель. 1, 2, 4, 5, 6. Столбик с накидом. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с накидом. Вот. Теперь мы с вами. Вот у нас такие будут как бы 3 основных арочки. Теперь вяжем 12 воздушных петель и пропускаем. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 связали и пропускаем. 1, 2, 3, 4 столбика и в пятый делаем связку. 1, 2, 3, 4 и вот сюда столбик с накидом. А потом здесь сверху мы будем вязать с вами 12 столбиков с одним накидом, не с двумя. Пропускаем 1, 2, 3, 4. Пропускаем столбика. 4. Вот. Еще разочек смотрим. 1, 2, 3, 4. Все правильно. И потом вот такие воздушные петли. Потом опять 12 воздушных петель. Опять пропускаем здесь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый вяжем. И у нас вот такие должны получиться воздушные арочки. И вот такие столбики, что будет очень красиво. Вот так вот вяжем. В следующем ряду воздушные арочки мы также с вами вяжем. Вот эти. А здесь у нас будут просто столбики с одним накидом. Получается вот такая ажурная, красивая, нежная такая салфеточка. Все, вязала точно по схеме. Все, как вот у нас здесь есть. И те ряды, которые я выписывала, 12, 14, 16, 18, все так вот оно и есть. То есть воздушные петельки вяжем сверху, столбики с накидом. По количеству воздушных петель столько же и столбиков. Самый последний ряд получается у нас столбики через столбик и пико. Вот. Здесь 3 воздушные петли, столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. 1, 2, 3. Что такое пико, я думаю, что вы все знаете, могу показать. Каким образом вяжется пико между столбиками. Вот вы связали столбик, допустим. Столбик связали. Так, ниточка у нас расслоилась. Воздушную петлю сделали. Держим. 1, 2, 3. Вот так провязываем вместе. И еще воздушная петля. То есть у нас столбик, воздушная петля, пико. Столбик пропускаем и вяжем столбик. Вот. Потом 1, 2, 3 мы столбик с накидом соединяем. 1, 2, 3, 4, 5 здесь у нас идет столбик, соединяем. И 1, 2, 3, и мы уже в самое начало
Мы присоединяемся, наша салфетка готова. Расход на салфетку 50 грамм, да, она не маленькая, но в то же время она достаточно интересная. Ее надо будет прогладить и на новогодний стол, на любой стол, как подарочек. Я думаю, что достаточно красиво. Всем приятного просмотра, до новых встреч! Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.